Друзья, родные мои подписчики, всем привет! Сегодня утро, не то что сегодня, неправильно сказал, сейчас утро. Вот, я иду на работу, сегодня у нас понедельник, 28 октября. Вот, выходные прилетели вообще быстро, просто очень быстро. Я даже не заметил, только недавно была пятница, уже все. Уже опять понедельник, опять на работу. Вот, у меня такая новость для вас есть. Ну, вы все моего батю знаете прекрасно, да? Я много раз снимал видео своего участия. Так вот, короче, я узнал, что он устроился на работу. Работать грузчиком в пятерочку. Блин, конечно, это тяжело очень. Ему 64 года. Вот уже в апреле будет 65. И работа для такого возраста — это очень тяжело. Я одно время работал грузчиком, я знаю, что это такое, знаю, как это тяжело. Вот, график у него работы: 2 дня работает, 2 дня дома, но работает по 12 часов, даже по 12 с половиной, потому что он говорил с 7:30 утра до 8 вечера. Вот, короче, мне его с одной стороны жалко, то, что, ну, работа, ну, реально очень тяжелая. И он говорит, что там нельзя даже отдыхать, на все время ты должен быть в работе, или там что-то разгружать, или товар выкладывать. Очень, всегда должен быть на ногах 17 часов. Вот. Такие вот дела. Короче, устроился мой батя грузчиком работать. Вот что происходит, да, друзья. За пенсия 10 с половиной тысяч. И как у нас происходит в стране, что человек на эти деньги не может прожить пенсию, чтобы прожить. Вчера там с ним разговаривал по телефону, пытались. У него пенсия, 15 у него зарплата будет. Ну, 25 тысяч уже нормально, уже можно нормально прожить. Вот такие вот дела, друзья. Смотрите, какая красота, какой рассвет. Смотрите, как красиво. Батя, короче, у меня грузчиком работает. Я рано выхожу на работу, людей еще практически нету. Сейчас иду. Я вот так снимаю ролик, то прихожу на работу, пока там то да сё. Загружаю его, монтирую и выкладываю. Вот небо сегодня чистое, смотрите. Такое голубое небо. Так что вот так. Батя мой, бедняжка, работает. Это вот сейчас где-то около 8 утра, а он с 7:30 уже на работе. Уже там разгружает машины. Он говорит, с утра там приходят машины. Вот. И он их разгружает. Потом товар выставляет. Ну, короче, там, говорит, работы хватает на целый день. Вот. Такие вот дела, друзья.
как бы, вот видите, человек и пожилой, да, и работа тяжелая, а все равно вот то, что вот нехватка денежных средств толкнула его идти на такую работу, тяжелую работать. Блин, за границей эти пенсионеры путешествуют. А у нас пенсионер дополнительно еще работает, чтобы выжить. Офигеть можно. Сейчас, друзья, посмотрим утки здесь. Я же вам в очередной раз всегда уток показываю в конце ролика. Сейчас посмотрим, здесь они или нет. Блин, тяжело вот так на вытянутой руке камеру держать. Рука прям устает. Вот они здесь орут. О, собачка, смотрите. Друзья, утки здесь, вон они, видите, плавают. Вон еще на бережку. Блядь, полетели. Уточки. Блин, правда, реально, как мне холодно. Такая холодина на улице. Они своими лапками в водичке там болтыхаются. Ути. Уточки. Вон еще на бережку сидят. Смотрите, какие красивые. Блядь, блядь, не бойтесь. О, улетели все-таки. Друзья, ну ладно, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Вот, желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть удача всегда вам сопутствует. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, друзья, увидимся, всем пока.